Работа по устранению последствий паводка в регионе продолжается. В микрорайоне Подгора за оперативным штабом Уалихановского района закреплено 134 дома, половина из которых пойдет под снос. С нынешней ситуацией ознакомилась Адилия Кушекова. Этот дом семья Алкешевых приобрела 7 лет назад. Большая вода накрыла его полностью и сделала непригодным для проживания. В один миг потеряли все свое имущество, дом и мебель, делится Гульмира Алкешева. Но в беде горожан не оставили. Они уже заселились в трехкомнатную квартиру в Петропавловске. Мы неделю ждали комиссию. Комиссия у нас была сборная, Петропавловск, Уалихановский район. Молодцы, что вот так... Быстро все это организовано. В один день прошли и оценщики, и техники по мебели, и дефектовщики. В этом плане они быстро у нас прошли. Нашли себе квартиру. Плюс 5 квадратов нам за землю дал акимат города Петропавловска. Довольны. Хорошая светлая квартира с хорошим ремонтом. В принципе, заходи и живи. Вместе с жилищем горожанки по заключению комиссии аварийными признаны и 70 других домов, которые курирует Уалихановский район. Мехбригады уже приступили к работе по сносу. Сначала отключают энерго и водоснабжение. Взяли согласие. Жители это идут хорошо, потому что настроение хорошее. Где-то солнечные дома получают, квартиры получают. Мы сразу же после этого заключения комиссии выезжаем на снос домов. Это все мы убираем, все это. Дальше работа продолжается и по ремонту. На сегодня жители, почему у нас домов будет больше, насос мы ждем, ожидаем. Ну, это как бы чисто человеческий фактор. Они забирают материалы, допустим, шифер, профлисты, после них мы уже заходим с их разрешения, согласия на слом домов. На помощь жителям микрорайона Подгора мехбригады Уалихановского района прибыли 10 мая. За ними закрепили 134 объекта. Привлечены 35 человек и 5 единиц техники. Адилия Кушакова, Анатолий Белонок, служба новостей.